Доброго времени суток, с вами Аракис, и мы продолжим войну гильдии. Так, поехали. Сегодня мы воюем с Knight Riders. Нифига себе. Так, кто у нас? Луки Дуба. Стадлай. Амиш Хантер. Господи, ну и Ники. Так, что у нас здесь? Стремные пати через Вальку, что первый вариант. Не, первый вариант, можно еще бить через Вальку, а вот второй голем неплохой. Да, не отказался бы от этого голема, так как у него пассивка очень крутая. Многие не понимают, как она работает, а работает она приблизительно так, что, к примеру, ваша Валька там бьет по 30 тысяч, а этого голема она ударит максимум на 20% от его максимального здоровья. К примеру, там у голема 10 тысяч здоровья, да, то есть Валька ударит его на 2 тысячи, неважно, сколько у нее атаки. Вот. Ну, конечно, если не меньше, чем пределы этих 2 тысяч. Так, так, так. Посмотрим дальше. Итак, второе пати так себе. О боже, горга кто-то использует. Ну, делал я обзор на медведей, рассказывал я про этого горга. Не нравится мне этот персонаж, хотя третьим скиллом достаточно больно лупит. Так, а вот здесь с кого же мы начнем? 3%. Многие, я так понимаю, еще не ходили. Раз, два. Да, я думаю, кто-то еще-то походит. С кого же мы начнем? С кого же мы начнем? Это, по-моему, самая такая стрёмная пати для меня будет. И на нем закончим. Так, начнем мы с этих персонажей. И будем мы здесь использовать, я думаю, Араму. Да. Единственное, во второй пати стрёмно брать Вальку, так как если хотя бы один удар... Так, нужно подумать. Нужно подумать. Нет, Вальку мы не будем во второй пати брать, а сделаем какую-то сборную. Так, что мы будем делать здесь? Нужно брать огнепати. Огнепати. И кого же мы возьмем? Хотя и во второй пати неплохо было бы огня побольше. Угу. Думаю, будем мы сюда все-таки водяных брать. Я думаю, мы возьмем так. Мы возьмем, скорее всего, белку. Белка нам на второй пати не нужна. Там нужно будет больше контроля. И берем мы, наверное, Мишку. Да, Мишка будет танковать нашего Зика. Надеюсь, Зик ему собьет побольше хп. Да, думаю, неплохой состав. Единственная лидерка не самая полезная, но ничего. Вариантов у нас немного. Так, а во второй пати можно взять, да, фул огонь. И я думаю, за счет этого мы подтянем. Да, будет и подхил, будет и скорость атаки, будет иммунитет. И я надеюсь, наша медь третьим скиллом все-таки в гланс шарахнет. Итак, поехали. Недостаточно энергии. Зарядить. Ладно, купим энергию. Что я не помню, куда я ее потратил. Ах, ну да. Качаю я сейчас монстриков. Скоро буду переводить. 4 монстров на 6 звезд. Так, 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 так. Да, поехали. Так. Не очень быстрая королева. Значит, скорее всего, одета в дамаг. И будем мы ее и первый убивать. Так, раскола нет. Очень слабо ударил Зик. Да и в принципе королева. Да, эта пати не составит нам проблем. Добиваем королевку. 2 удара по 8000. Лучше, чем ничего. Ну и Зик, конечно, тоже очень слабый персонаж. ХП мало. Ай-яй-яй, надо было бить, чтобы Зик побольше слил нашего Мишку. Чтобы проще было и быстрее. Так. Урона, я так понимаю. А, хотя можно бить. Ну же. Все равно подхилиться не сможет. Так, а здесь, здесь, здесь.
как вы видите, атакбар у них находится приблизительно на половине, сравнительно с моими монстрами, и Хлоя, естественно, моя уже может походить. Следовательно, кидать фанатик сейчас просто нет смысла. Вот, поэтому мы просто сделаем по одному ходу, и по этому ходу, я думаю, нет, будем мы все-таки бить копера, и сейчас же на него постараемся закинуть раскол, для того, чтобы его третий скилл вообще не нанес урона. Да, а теперь... Мы закидываем иммунитет, и вы посмотрите, сейчас все персонажи походят и в принципе ничего не сделают. Рама непонятно еще по кому походит, очень медленный оказался Рама, очень медленный Рама, очень. Так, думаю, медь мы добьем, да? Не так страшен волк, как оказалось, как будто сливное какое-то пати, хотя рейтинг такой фактически 2 рубина. Возможно, даже 2. По-моему, там было 1090 очей или что-то такое. Ну, вы видите. Первая тройка. Ну, не сказать ни о чем, но достаточно слабые. Так, набиваем нашего Ашера. Опять же, у меня были проблемы с интернетом. Да. Сутки не мог зайти нормально с компа. Поэтому прошу прощения, кому не ответил ВКонтакте и так далее, не мог. Вот. Итак, ох, а вот это вот я не подумал. Поэтому сейчас нужно кидать раскол. И надеюсь, нам хватит скорости атаки. Да, прошел раскол. Ну же. Если мы сейчас кинем. Так, Рама походит. Я так понимаю, быстрее, чем мой ведро. Если же сейчас кину иммунку, кого я смогу спасти? Да, в принципе, наверное, никого. Будем рисковать. Да. Следите четко за атакбаром, и, в принципе, вам будет проще и выигрывать, и вообще проводить бои, так как это очень решающий фактор. Так, лаки-пуки оставим его, наверное, напоследок. А подеремся мы с Хантером. Хантером, и в первой пати берем Валечку, Валентину Степановну, и сыграем мы через кого будет лучше, я так думаю, так как есть массовый раскол. Сыграем, я думаю, тем более она у нас проточена, надо же ее отрекламировать, как же так. Проточил часунку, а не использую, что за бред. Так, а здесь мы сыграем через Раму. Раму и... Мама мыла Раму. И Огнепати. Огнепати. Баретта, наверное, не зайдет, так как есть 2 иммунитета. Но Тесс по-любому нужен, чтобы сбить пассивку голему. Да. Так, а ну, в принципе, наш второй стандарт. Поехали. Так, белка быстрее. Даже, скорее всего, чем моя часун. Хотя плоховато видно. Ну же. Уже хорошо. У меня аж сердце останавливается, когда вот так вот белка должна походить. Так как вы понимаете, это зачастую решает исход боя, если Валька не может вначале использовать вон свою мечару. Итак, хорошим был бы вариантом убить белку, либо нашего... Вай, дябчика в халате. Тоже неплохо. Сейчас, я так понимаю, да, будет удар. Я думаю, ну, не надеюсь, но я так понимаю, что им, скорее всего, поправят их нехил в защите. Так как вы видите, не всегда он его использует. Он, вот, вот, вы видели, он фактически умирает. Но он лучше использует свой массовый скилл, который ему, по сути дела, ничего не даст. Вот. Но... Вы видите, как это работает. Итак, что мы делаем? Я думаю, добиваем. Не добиваем, но сейчас добьем. Оп, что-то лаги пошли. Кстати, почему мы не понятно на каком канале? Надо исправить эту оплошность. Так, ну и добиваем нашего Веромоса. Если он не добьет нашу Вальку. Только... Хорошо, не прокнул. Так, подхил, либо лучше... Полностью отхилим.
Ну и сейчас же дадим паф, да. Вообще круто. Вы видите, красота. Часунка радует глаз. Так, ну же, щит. Помешала нам эта сволочь. Ай-яй-яй, надо было щит дать, ладно. Так, победа. Быстрый оказался, да. Шока, кого мы будем следующего бить? Параллельно, в принципе, надо сливать их. И желательно сейчас будет, если он не использует свой второй скилл, закинуть на него обливион. Но нет, не повезло нам. Но параллельно все равно нужно сливать. Не отказался бы я от этого голема. Тоже, кстати, который мне не попался еще ни разу. Да, мечты какие, голема заиметь. Но в защите он неплох, неплох парень. Так, будем добивать часунку. Я думаю, она не успеет даже походить. Казалось, медленная наша часуна. Сразу вспоминается, как голем контролил моего Веромоса. 8 или 9 станов подряд, это, конечно, бредово было. Так, в принципе, и третий скилл от рамы нет смысла использовать. Хотя, я думаю, придется. Быстрее сольем хп. Вы видите, 3000 всего лишь. Очень круто, когда он одет через вампирик, к примеру, с контратакой. Такой голем, достаточно тяжело убить его, когда пати быстрая. Часунка, к примеру, есть в друзьях. Так, и будем 97-7. Я думаю, семерочку мы эту обнулим к нолику. Так, первая пати мы будем бить через... Через кого мы будем бить? Вот я думаю, где использовать нашу Катарину. В первом пати, либо во втором. Так, в первом пати, если мы убьем часунку, будет круто. И, допустим, там один удар, неважно, в кого дадим. Если мы распределим три атаки, часунка всех отхилит. И, скорее всего, Теомарс, ну, всех раскидает. Либо просто закончу какой-то ничьей. Вот, второе пати, конечно же, попроще. Я думаю, да, скорее всего, второе пати я буду бить через Вальку. Так как хоть кого-то, я надеюсь, я там убью. Возможно, Билку. А первая пати мы будем бить через огни пати. В принципе, тем же составом. Надеюсь, закину обливион сразу. Хотя есть ведро, которое тоже даст экстра ход. И подхила у меня не будет. Я просто надеюсь, что будут бить моего раму. Ну и рама сможет что-то сделать в ответ. Стремный вариант, но... Но даже... Даже не знаю, нет, наверное, все-таки будем бить через Вальку. Что мне подсказывает, что лучше бить через Вальку, так еще и Меган для того, чтобы, возможно, так скажем, сбить щит. Итак, да, а вот второй пати мы сыграем более сейвово. Думаю, так, так. Ну и возьмем, наверное, Белку. Да, почему бы и нет. Хотя Горга может своим третьим скиллом чуть бы не шотнуть нашего песика. Так как у него хп немного, хотя защиты неплохо. Так, что же мы будем? Или взять? Нет. Медведь нам ничем не поможет. Оставим так, поехали. Итак. Ага. Да, походит моя Валька быстрее. Надеюсь. Вы видите? О, и хорошо, что он использовал третий скилл в никуда. Ну же. Ну, два удара в кого-то одного. Еще. Отлично. Вот как услышал, вообще красавчик. Ах, молодец. Итак. Нет смысла использовать яд. Жабы. Я думаю, закинем дот. Ого. Знал бы, не бил бы. Ого. Ого. Полегче.
Так, сейчас у нас есть шанс закинуть яд и добить. Точнее, либо добить уже. Ну же, 1016. 12. Тонковитый. Меган решает такие вопросы. В принципе, даже если Валька умрет, неважно. Контратака на ведре, блин, завидую. Так как на моего еще нет. Вы видели, да? Веромоц в Деспайре. Не часто так увидишь, ну ладно. Так, и так, кого же? Будем все-таки этого же Веромоса убивать, так видите, он может конкретно помешать нам. Оу, Виол. Оу, Виол. Еще раз. Нет. Больно. Больно ударил, серьезно. Так, подхилим. Еще подхилим, либо дадим. И после этого походит наш, да. И мы даем стан. Плохо. Плохо. Вот сейчас, да. Третий скилл. Или это был первый? Первый. Ну же, нет, не умирай. Ай, красавица. Так, и так, белка походит. Следующее. Да, и раскол будет снят после следующего хода. Отлично. Сейчас мы добьем, я так понимаю, Веромоса. Если добьем. Ну вот он и третий скилл, 7000. Вы видели. Следовательно, задам вопрос, стоит ли качать вот это убожество? Я думаю, ответ очевиден. Я понимаю, что на нем не топовые руны и так далее, но 6 звезд. Почему не прокачать того же Дариона? Вот согласитесь, сейчас бы вместо вот этого вот чудища, покачивающегося, Дарион выглядел бы в разы круче и больше бы сделал в этой игре и на этой войне. И, скорее всего, возможно, даже таким бы составом я бы не напал бы. Да и вообще задумался бы. Но каждый страдает как хочет и чем может. Вы видели в раскол. В общем, крутой персонаж. Качайте, пользуйтесь, играйте. Так, стан. Что-то Веромост нас подводит сегодня. Вообще подводит. Нужно на удаление его поставить. Так, в принципе, добиваем. 3 победы. Да, неплохо. Итак, сколько мы сняли? О, еще и до победы довели. Вообще красота. То есть претензий я не думаю, что будут. Так, что у нас тут осталось? Как я говорил, следующего буду собирать ифрита. Добью уже куски. Кстати, как вы видите, 5 кусков буквально не хватит, чтобы открыть на этой неделе. Но я думаю, в понедельник, либо во вторник, когда поменяются еще и камни. Сейчас, кстати, посмотрим, что там у нас нового за камни. Что это я даже не воевал? Да, интернета не было. Так, что у нас интересного и нового? Набил немного свитков. Лес. И стоит ли на этой неделе лично для меня камни использовать? В принципе, нет. Ведро у меня есть. Леса, ветра мне не нужна. Разве что корм потенциальный. Вот, и так. Хелка леди. Воды у меня есть. Печальный персонаж. Я его не использую. Многие, кто смотрит UDCB, видели, что даже он ее прокачал, но человек не в восторге от этого персонажа. Не знаю, что ей нужно, чтобы его улучшить. Второй скилл. Ну, не знаю. Ее можно так сравнить с каким-то там Чоу. Разве что она быстрее будет проходить там Хелл Вулкана. Тупо для фарма. На арене она... Да, против огненных каких-то где-то она хорошо заедет. Но есть монстры, которые более универсальны. Тот же вот Пионер Ветра. Ну, во-первых, он и дамаги может побольше выдать. Тем более массовый. Вот Пионер. Да, было бы неплохо. Ну, Перн это вообще мечты. Едем дальше. Через 4 дня. То есть это понедельник, либо вторник будет, я так понимаю. Лео. Ну, не нравится мне Лео, не хотел бы я его. Архангел воды. Как вам не кусок мяса? Жизель. Жизель, да, нехороший. Ой, нехороший, неплохой ДД.
очень такие. Архангел, не, ну конечно же, это лучше, чем там какая-то. Ну, к примеру, та же Часун, многие со мной согласятся. И я уверен, что обладатели вот этого Архангела, разве что они там, не знаю, в соло фармят там по 10 гиганта, либо еще чего-то там, вот, то они будут труситься за него. Но те, кто поюзал его долго, и у кого нет Часунки, и они сражаются на арене против Часунки, они бы с удовольствием поменяли этого бы Архангела на Часунку, уверяю вас. Часун круче. Это мое мнение. Так, едем дальше. Шарик. Да, в принципе, разве что кому-то там на Барету повезет, если ему нужен. Так, а вот, вот этот призыв, я уже думаю, многие захотят призвать, так как есть Валькирия воды, есть Ракан. Кто у нас еще? Хелка ветреная. Тоже неплохой ДД. Вот. Что еще? Хва. Да, вот от Хвы я бы тоже не отказался. Убийца для корма. Какой-то там Татьяне, к примеру. И это ж, по-моему, водяной. О, ох. А вот на этом, наверное, я и остановлюсь, паки. И, наверное, я и буду собирать для него. Так как вот этот персонаж неплохо бы мне заехал. Он бы заменил бы мне и Хлою, и Шарика Ветра. То есть неплохо для Вальки. Да, на арену хорошо заедет. Скорее всего, остановлюсь я на вот этом паке и не буду тратить камни до него. И что у нас последнее? Чхиву, Чоу. И опять же, он же недавно, по-моему, был буквально там неделю или две назад. Опять поставили монаха ветреного. Ну, как-то вот так вот. Из четверок. Разве что Люшен, да, неплохой вариант, так он мне и не выпал. В общем, как-то так. В общем, будем ждать 11 дней. Итак, всем спасибо за просмотр данного видео. Удачи вам, побед на ГВ, пока.